Малышкам Шанель у нас присоединился вот такой красавицы в Сен-Лоран Black Opium. Аромат, который подойдет и девушке, и женщине, и какой-то замечательный подарок. А главное, он такой маленький, красивый, такой нежный, такой замечательный флакон. В твоей самой маленькой сумочке. И очень будет красивым подарком. В 2009 году аромат Black Opium получил новую жизнь. В нем четко слышны нотки кофе, шоколада, лакрицы. И еще один очень элегантный, красивый, осенний, такой теплый аромат в твою коллекцию. Это новый Black Opium из коллекции Edition. Новый аромат не менее красивый, чем его первая версия. Здесь к аромату кофе и сладости добавлены фруктовые нотки, они разбавляют парфюм, он играет совсем иначе, кажется, что это и не Black Opium, а какой-то селективный нишевый аромат. Потрясающий парфюм на осень и зиму в твою незабываемую коллекцию сладких, гурманских, красивых, дорогих ароматов. Da 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 Da